сейчас тебя найду. Найду, найду, сейчас тебя найду. Ага! Стой, а то догоню! Рогатая за малыми ребятами. Ой! Ого! Для чего же эта штука? Ага, это сопка-выпивалка. Сюда, полюбуйся. Красота, да не та. Отличный получился у тебя домик. Главное, прочный. Это костюм паука. Я паук. Я тебя проглочу, не помилую. Моя
лошадка. Мишка, может, ты знаешь, что это за штука такая? Теперь это зайцы-пугалка. Это пугалка, еще и танцевалка. Это наш космолет. Ключ на старт. Чик. Осторожно, Мишка, мы взлетаем. Внимание, Земля! Космонавт за бортом покоряет открытый космос. Мишка, манной каши в космосе не место. Мы тут миссию выполняем. Внимание, экипаж! Впереди планета Марс! Приземляемся! Нет, не так. Приморщаемся! Посмотрим, есть ли жизнь на Марсе. Ух ты! Настоящий марсианин! Ого! Марсианская каша! Попробуем! Да, на Земле такую кашу не варят. Приключения ждать не будут. Штурман, вернитесь в машину. Включаю турборежим. Ой-ой, он нас укусит! Удираем!
ты нас не кусаешь? Ты же крокодил. А, зубки болят. Не реви, мы тебя полечим. Чтобы зубы не болели, их надо чистить. Вот так. Ну что, крокодил, понял, как надо? Ух, нас штормит на 10 баллов! Как-то это маловато. Золотая рыбка! Владычица морская! Ого, ты кто? Царевна-лягушка, что ли? Царевна-лягушка, а наштарми нам 20 баллов. Юнга очень просит. Хорошо штормит. Мишка-лягушка. Юнга просит 30 баллов. Микрофон в строке нажму, Маша и Медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.